внимание. И в этом видео мы будем играть в игру под названием «Хорошая пицца, отличная пицца». Это продолжение, вторая серия. Поехали! Вы считаете, что информация, посвященная исключительно пицце, слишком нишевая. Отзывы наших зрителей все поразят. К другим новостям. Наш фестиваль начинок предвещает новый золотой век пиццерии. Весь месяц мы будем пробовать разнообразные рецепты пицц. Сегодня день половина с половиной. Ожидается, что все предприятия питания, кроме пиццерии, будут закрыты, так как весь город будет стоять в очередях за своими любимыми пиццами. Половина с половиной. Пицца, о которой сообщалось ранее, теперь вновь открыта после короткого перерыва на перекус. Похоже, у нас в руках пекарь-энтузиаст. Мы вернулись с нашими регулярно публикуемыми циофактами. Перехожу к тебе, Оливер. Эй, друзья, меня зовут Оливер, у меня есть несколько интересных фактов специально для вас, поехали. Вам понравится кварта формадажа с скумбрией. Русские приготовили пиццу с начинкой из сардин, икры, тунца, лосося, лука и макрели. Полная вкусного белка. Настройтесь в следующий раз на больше цофактов, которых из милых, как я. А до тех пор продолжайте готовить. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. У меня нет денег. Какой? Интересно. А, я понял. И просто уже пиццу приготовить. Ну ладно. Так уж и быть. Я чихнуть хочу. Интересно, какой он мне подарок хочет приготовить? Да, кстати, эти пункты тихо пропали, как в прошлом видео говорил, их не будет. Огромное спасибо, это для вас. Я не половина, но еще... Я не поливала его еще. Вы можете сделать это. Да, могу. Не забывай делать это каждый день. Я заскочу позже. Хорошо, еще пиццу закажи. Это возможно сделать пиццу без сыра на половине моей пепперони, 8 частей. Так, без сыра на половине... Ага, понятно. Не, непонятно. Сделать пиццу. А, вот так что ли, типа, он имел в виду? Ну, блин, сейчас криво сделал, у меня вот... Боже, что это за уродство? Ух ты, уже 2 часа дня уже. Как быстро время летит. Нужно еще. Вот. Слишком мало начинки с сыром, блядь, я сказал же без сыра половину. Или нужно было половину сыром сделать? Хорошо, так для моей пиццы мне нужен половину сыром, а другая половина с пепперони. Так, одна половина сыра, другая половина с пепперони. Я опять скажу, а где половина сыра здесь? Так. Так что ли? Так, половина сыра, другая половина. Или сейчас скажет мне ему, что ему типа соус не нужен был. Типа зачем он? Ну, если тебе вот ты так скажешь, то идешь нафиг, все.
Пойдешь нахуй, я не буду тебе больше делать. Знаете ли им сыром? Сыр, без сыра брось. Или нет, сыра мало. Типа, почему тебе нельзя заказ переделать? Вот, ну, типа, ты его сделал и все, его нельзя переделать. Криво порезал, ну ладно. Совсем идеально, довольно близко, ладно. Сейчас пока день сегодня не особо задался. Все понимают мой заказ. Неправильно. Мне просто нужна половина пепперони без сыра, и половина сыра без сыра. Так, половина. Половина тоже не понимаю. Половина пепперони без сыра. Половина. А. Все, я понял. Типа пепперони без. Нужна половина пепперони без сыра. Ладно, пусть так будет. Я потому что она только тут без сыра. 102 доллара. Мало заработала, она уже недовольная. Уже 46%. Хоп-хоп-хоп, скажи, что не понравилось. Это идеальная пицца. Это, по-моему, единственный заказ сегодня, который прям вот идеальный был. Лава. Так, сосиски, новый ингредиент, что ли, ремонт. Ну ладно, сосиски. Однажды был человек, который заказал пепперони с сосиской.
Всем пока.